Проблеми обласного центру ділять між собою дві установи – обласна та міська ради. Настав час поговорити в прямому ефірі про основні проблеми та новини саме Дніпра із міським головою Борисом Філатовим. Я вас вітаю. Добрий день. По-перше, зараз маю текст вашої офіційної заяви перед собою. Текст такий. З 1 вересня 2017 року місто Дніпро припиняє фінансування вторинної медицини та готується до подання судового позову відносно облради. Наверное, вполне логично, хотелось бы, знаете, наш разговор повернуть в юридическую плоскость, два юриста в студии, и чтобы нашим зрителям было понятно, почему так случилось, что вы хотите подать. Давайте сделаем небольшой экскурс в историю, хотя, в принципе, эта история известна уж работникам медучреждений так точно. Был проведен, я называю это, людоедский эксперимент, драконовская медицинская реформа в виде пилотного проекта в ряде областей Украины, по которому городские медучреждения были переданы в ведение областных советов. В 2015 году этот эксперимент закончился. И, например, в Виннице или в части Донецкой области городские больницы были возвращены назад городам. У нас почему-то с 2015 года облсовет по различным причинам или вообще не объясняя причин не возвращает больницы городу. Хотя эти больницы вообще всегда городу принадлежали, всегда им финансировались и вообще не строились городом за городские деньги еще даже с дореволюционных времен. Поэтому эксперимент прекращен. Я обращался неоднократно в облсовет с письмами, проводил разные встречи, совещания, встречался, убеждал, объяснял. Но нас так и не услышали. Будем подавать в суд и будем требовать вернуть нашу собственность назад через суд. У нас есть все 100% основания. Почему они против? Официально... Есть здравый смысл. Мне тяжело это объяснить. То есть, знаете, я не хотел бы, может быть, в паблик выносить политические дрязги. У меня есть своя версия, почему эта процедура не возвращается назад. Мне кажется, что просто хочется покомандовать. То есть, может быть, наверное, наши областные коллеги считают, что это влияние, наверное, и оно, наверное, так и есть, на какие-то, может быть, электоральные процессы. Может быть, хочется влиять на назначение главврачей. Может быть, хочется, не знаю, делать ремонт и закупать оборудование. Я не хотел бы по этому поводу останавливаться долго. Я могу сказать одно, что вы правильно говорите. Здравого смысла я не наблюдаю. При этом каждый раз, когда мы встречаемся, мне пытаются давать какие-то непонятные объяснения, например, о том, что будут создаваться госпитальные округа. Хотя госпитальные округа не имеют никакого отношения к возврату городской собственности. Или, например, о том, что в том числе больницы вторичного уровня лечат жителей города и моих избирателей. Но если мы будем идти в такой парадигме, то тогда городской совет должен, в принципе, финансировать, наверное, и частные медицинские учреждения. Там тоже лечатся жители нашего города. То есть мы не можем давать деньги на то, что нам не принадлежит. И однозначно, мы пытаемся решить эту проблему, вернее, пытались, но деньги, к сожалению, такая субстанция, которая имеет возможность заканчиваться. Если по цифрам, то в принципе, 333 миллиона гривен выделена государственная субвенция. Это всего лишь 70% от необходимого. И городу нужно изыскать 164 миллиона гривен для того, чтобы добавить. Мы и так потратили порядка 100 миллионов гривен на оплату коммунальных платежей. И к сентябрю деньги просто закончатся. Поэтому я открыто, публично, честно вышел и сказал, что мы не будем искать, мы не будем платить за то, что нам не принадлежит. И хотелось бы еще подчеркнуть, чтобы меня услышали в том числе врачи, работники медицинские. Проблема еще в том, что всем понятно, первичка и вторичка – это единый комплекс. То есть его искусственно просто-напросто разрезали. И когда мне говорят, ну а если вам вернут, вы же найдете деньги? Да, найдем. Но мы должны понимать полностью, как мы будем финансировать всю медицинскую отрасль в городе. Реально, мы на первичку, у нас заложено порядка 1,2 миллиарда. Поэтому мы готовы оптимизировать, готовы разговаривать, готовы реформировать. Но невозможно просто-напросто доставать деньги из городского бюджета и платить в никуда.
Но если говорить о том, что судебное решение будет, возможно, даже не скорым и неважно в какую сторону, то с 1 сентября 29 больниц, или точнее сотрудники, 10 тысяч людей может остаться без зарплаты. То есть в облсовете это понимают? Я так понимаю, что в облсовете, наверное, думают, что они загонят нас в угол и мы никуда не денемся. Но реально, денег нет. И Б, я открыто, публично говорю об этом во всех телеэфирах, прессе, о том, что, пожалуйста, уважаемые врачи и медицинские работники, услышьте меня, я сделал все возможное и невозможное, чтобы убедить руководство областного совета и, самое главное, главврачей ваших медицинских учреждений перейти назад в собственность городу. Такого прецедента нет нигде в стране. Только в единственном городе Днепр вторичная медицина принадлежит областному совету. Такого нет больше нигде. Это как бы абсурдные вещи, которые совершенно невозможно объяснить. Но при этом, я так понимаю, меня не услышали. И в том числе главврачи, они заняли такую, знаете, очень странную позицию. Им, наверное, кажется, что если с ними в июле должен облсовет продлевать контракты, поэтому они думают, что они пересидят в кустах. Пересидеть в кустах не получится. Поэтому большая просьба, если вы слышите меня сейчас, пожалуйста, передайте коллегам принципиальную позицию городских властей о том, что мы хотим, чтобы принадлежащие нам по праву медицинские учреждения вернулись назад в город. И тогда мы найдем и финансирование, и будем заниматься вместе с первичной медициной, реформированием отрасли и соблюдением в том числе всех интересов людей, которые работают в медицинской отрасли в городе Днепре. Наш разговор я так условно мог бы назвать, первых, по крайней мере, 4 вопроса. 4М. Это медицина, муниципальная полиция, метро и мост. О первом поговорили. Давайте поговорим о кадровых назначениях, которые, собственно говоря, ну, по крайней мере, общественные активисты, которые вы, кстати, в одном из изречений на Фейсбуке сказали, что я не знаю, кто такие общественные активисты, я их не вижу. Врачей вижу, учителей, металлургов. Но тем не менее, то есть кадровое назначение Андрей Ткаченко должен в ближайшие дни, если вся документация будет в порядке, возглавить пока муниципальную полицию, вскоре вы планируете ее переназвать в муниципальную гвардию. Вопрос такой, почему именно эта кандидатура, чем руководствовались? В стране колоссальный кадровый голод. И реально, ну, я честно скажу, я очень сильно столкнулся с этой ситуации, когда попал в свое кресло. Признаться, у меня были определенного рода иллюзии, что после того, как в стране произошли эти страшные события, можно в какой-то степени, наверное, опереться в том числе, так сказать, на новое поколение. Но нужно понимать, что это бюджет, нужно понимать, что это государственное управление, что это администрирование. И кроме того, что мы должны говорить лозунгами, нужно еще каждый день тяжело работать и понимать, о чем идет речь. Я считаю господина Ткаченко действительно профессионалом. Как вы правильно сказали, у нас разговор двух юристов, то есть как бывший адвокат, как кандидат юридических наук, я в том числе привык мыслить формально позитивистскими категориями. Против него нет ни одного уголовного дела. Против него нет ни одного эпизода, где бы он подозревался в том числе в каких-то преступлениях против митингующих на Майдане. То есть, знаете, человека просто закидали черной краской, человека, получается, на него навешали ярлык, и он поэтому должен, как бы, так сказать, всю жизнь, наверное, озираться на общественных активистов. Поэтому, если говорить формально юридически, он в том числе даже прошел строгую иллюстрационную проверку в рамках МВД. Если говорить о профессиональных качествах, да, он действительно профессионал, и я вам скажу, я разговаривал с разными людьми. В том числе, например, есть часть футбольных ультрас, которые, не скрывая, говорят, что у нас были в том числе и столкновения на стадионах с ним, но всегда он находил какие-то коммуникационные каналы для того, чтобы события, подобные 9 мая, не произошли. И самое главное, почему я обратил внимание на Андрея. Знаете, сейчас как-то все чересчур перевозбудились, и особенно в соцсетях, мыслят категориями зрады и перемоги. Я просто помню лето 2014 года. То есть никто не хочет вспоминать о том, что в самые тяжелые времена для города, когда фактически у нас враг стоял у ворот,
Андрей командовал полком ППС, то есть он полностью отвечал летом 2014 года за предотвращение терактов, диверсий, патрулировал и осматривал автобусы из Донецка, Луганска. То есть тогда почему-то, так сказать, у товарищей, которые сейчас радикально настроены, к нему почему-то не было вопросов. Они появились через 3 года. При всем уважении к Майдану, при всем уважении как бы к революции достоинства, я просто считаю, что уже пора заканчивать, и надо все-таки слазить с баррикады и начинать работать. Если начнут саботировать, скажем так, это назначение... Я не меняю своих решений. Я говорю об этом открыто, публично. Там вроде послезавтра митинг собирается, там собирают людей. Ну, покричат и разойдутся. То есть, знаете, кричать проще всего, тяжелее мешки ворочать. Ну, а Андрей Иванович четко понимает те задачи, которые стоят перед сегодняшним днем? Конечно, он профессионал, он понимает, он мыслит структурно, он всю жизнь проработал в органах внутренних дел. То есть, у меня с ним состоялся очень такой тяжелый, обстоятельный разговор в течение 2 часов. Я ему рассказывал все задачи. Рассказывал о том, что вверенное ему подразделение и личный состав будут стоять перед большими искушениями. Например, ко мне поступает много сигналов о том, что сотрудники муниципальной полиции иногда, так сказать, обелечивают владельцев киосков или выносной торговли. Поэтому все эти проблемы и вообще всю систему работы мы с ним обсуждали. Он готов к этим вызовам, и в том числе он готов встречаться и разговаривать. Я думаю, что у него будет поддержка у областного ОВД. Все-таки. Я думаю, да. А с другой стороны, я ни в коем случае не хотел бы работать, как опять же многие там начинают говорить, частная армия Филатова. Я хочу работать в полном взаимодействии и координации с правоохранительными органами. Просто те события, которые были 9 мая, они в том числе произошли, потому что меня не слышали. Я опять же не хочу переходить на личности, но в течение года я ходил и говорил, а почему это, а почему это, а где уголовные дела по захвату горисполкома, а где уголовные дела по тетушкам, которые были во время того, когда мы резали бигборды. Ну, то есть обстановка всеобщей безнаказанности, хаоса и анархии в результате вылилась абсолютно логичным образом в ситуацию, которая произошла 9 мая. Поэтому я думаю, что у нас с руководством УВД области, с новоназначенным начальником горотдела будет абсолютная координация и взаимодействие. То есть я хочу навести в городе порядок, но уже пора заканчивать, потому что то, что происходит, случаи массового вандализма, хищения люков, оград, вырезка кабелей лифтов, вырезка кабелей телефонов. Это надо заканчивать. Потому что в противном случае, ну, просто-напросто город разграбят. Не говоря уже о росте криминогенной обстановки. Страшно выйти во двор. У тебя или цепочку отберут, или мобильный телефон отнимут. Или расстреляют, как сегодня в Никополе. Но об этом чуть позже. Вопрос 3М. Метро. Метро. Ну, я вам скажу, конечно... Никто не представлял, ни Европейский банк реконструкции и развития, ни наш уважаемый подрядчик Климак, те вызовы, с которыми придется всем столкнуться. Реально, метро, конечно, знаете, опять же, могу рассказать некоторые секреты, в том числе некоторые торговые центры в городе, они стоят в тех местах по умолчанию, они, наверное, думали, что метро никогда не достроят. То есть у нас и вентиляционные некоторые колодцы заглушены, и стволы, и прочее. Поэтому для того, чтобы изменить и проектную документацию, вынести сети, нужно провести было реально титаническую работу. Поэтому сейчас, после больших, так сказать, скандалов, выяснений отношений, многочисленных совещаний и с турками, и с поляками, и с банками, я думаю, что эту ситуацию... Я не то чтобы сдвинул с мертвой точки, в принципе работа и так велась, но с опозданием. Я, так сказать, ей придал динамику. Постучим по дереву, но мы планируем первый взрыв в 11-м стволе в районе станции Театральная между 12 и 16 июня. То есть уже начнем взрывать, начинаем проходку. Услышал. 4М. Мост, насколько я знаю, вы сегодня даже были в лодке. Да, по мосту есть нарекания, мост делают не так, опять же общественные активисты, не за те деньги, не те подрядчики, все остальное. Я каждый раз говорю, вы мостостроители, вы что-то понимаете в этом? У нас же все специалисты широкого профиля. Действительно, по мосту может создаться впечатление о том, что на мосту нет такое количество большой техники или специалистов. Просто надо под мост заглянуть, у нас как бы навесные фермы и мост еще в том числе под мостом целые бригады делают, как бы восстанавливают балки. То есть, когда ты едешь на маршрутке через мост, этого не видно.
Сегодня, как бы, инспектировал я в том числе состояние моста с воды, и мы делали обследование опор, поскольку у меня и подрядчики, и проектировщики убеждали, что с опорами моста нет проблем, что нет подмывов, но тем не менее я хотел убедиться в этом лично. Я попросил уважаемых коллег авторитетных из МЧС, чтобы они сделали мне независимую экспертизу. Ныряли, смотрели, с опорами моста все в порядке, более того, они стоят на забитых на 70 метров в глубину сваях, поэтому я думаю, что с подводной частью проблем никаких, вода хорошо консервирует бетон, а с наземной частью полезло большое количество скрытых дефектов, причем ни одним проектом это было невозможно предусмотреть. Мост реально в ужасном состоянии, и я вам скажу, что 10 лет мостостроители ходили и говорили о том, что нужно заниматься его реконструкцией. Не было денег, главное — политическая воля. Все боялись закрыть основную центральную транспортную артерию. Я на это пошел, потому что умею и люблю принимать решения, может быть, даже непопулярные. Буквально минута у нас осталась, но не могу не спросить о наружной рекламе. Проблема, боль, то есть вы даже недавно срезали бигборд, да, один. По наружной рекламе, то есть, опять же, не уходя в ненужные подробности за неимением времени, если вы помните так называемую билбордовую войну, которая была у нас в начале года, целая фракция городского совета, не скрывая, объявила о том, что у нее интересы в этом рынке. Они организовали митинги, в том числе у областной государственной администрации. Приковывали себя цепями к билбордам, то есть никто даже не скрывал свои имущественные интересы в этой сфере рекламного рынка. В результате длинных, сложных переговоров, деловых, политических, судов, пересудов, мы договорились со всеми, а не только с названными уважаемыми коллегами, но со всеми участниками рынка, о том, что минимум на 20% мы сокращаем рынок, никого не обижаем. Но просто в конце концов, ну так, в двух словах, мы их собрали и сказали, что, ну, ребят. Будем, то есть, ужиматься? Да, будем ужиматься, потому что новый город превратили в ужас. Некоторые согласились, некоторые не согласились, но тем не менее все могут видеть. Сегодня у нас очередная волна уборки наружных конструкций. Планируем до 300, дальше будем посмотреть. Спасибо, что нашли возможность и оказались, спасибо, у нас в студии. Надеюсь, будем видеться чаще. Спасибо. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях був міський голова Дніпра Борис Філатов.